поросенком после шоу стоит $10. Они такие ми-ми-ми-ми. Проходит конкурс красоты козочек. Козочки дефилируют. И вот здесь вот одна красавица еще ждет в своей очереди. Мы посетили сейчас выставку фотографий, досмотрели то, что не смотрели в прошлый раз. И еще там были выставки всяких коллекционеров и просто безумные коллекции какие-то. Самое мое любимое — это чувак коллекционировал кусочки туалетной бумаги со всех частей мира. Потом другой коллекционировал обертки от сладостей, третий — разные бритвы, такие, не знаю, старинные всякие разные. Даже видели советскую бритву такую старую. Вот. В общем, просто безумие. Ну и всякий хендмейд непонятный. Что, выбираем джакузи себе домой. Смотрите, какой здоровенный. Так это что же получается на, ну, во двор всякие бары? Ну, это классная джакузи. Типа хот-тап, а тут пул-пул. Причем он в холодильником покупался, а потом на горячем покупался. Вау! Во, вот такое. Да, мне нравится.